разница у всех колоссальная просто. Колоссальная, вот именно то, как делают, какой вот аромат. Просто. Пусть Сибирь, все-таки Сибирь. Я вообще ему хочу сказать, Сибирь, вот это движение, да, чем в принципе здорового питания. И сравнить с нашей европейской частью вообще. То есть она на таком высоком уровне. То есть там столько действительно именно маленьких таких вот фирм, организаций, которые вот здорового питания готовы поднимать вот именно своих людей, поднимать через города. Да? Ну как, ну я на них так на всех ходила. То есть перед тем, как вообще открылся, то есть я сидела, перелопачивала вообще все. Где же может кто-то все найти вообще, да, у нас там вообще кто-то, кроме того, что там не питаться вообще. Ну вот, ну что, все равно под деловой платник, кого нет. У нас не было как бы изначально такой позиции. Вот видите, мы даже магазин не похож. По сути, да. То есть нет, почему же все равно мы позиционируем здесь как пирки, как нам гости. Вот хотят они что-то узнать, спрашивать, как их спросить, как сказать. То есть, ну, нет, пожалуйста. То есть наша идея вот именно переключить. А вы... Не продать, а переключить. Ну да, да. Вы не хотите еще какие-то, ну, книжки там, правда, шагалы, таксины, тоже. Мы сейчас будем сейчас с витаминами очень проектировать. Мы сейчас планируем, сейчас думаем, как переехать на большее помещение. Я его все-таки здесь пока до предела. Сравнение литературы, кстати, с Питером. У вас очень просторное помещение, шикарное. Нам кажется, я маленькая. Вы не были, да? Мы в это, нет, мы там не были, мы когда в Питере были, мы как-то там вдруг, у нас просто подружка сейчас приехала, говорит, я здесь поселилась, у меня говорит, за углом, там, где нам гостиницы, говорит, за углом, это Кропсы районные, с другой стороны магазин, говорит, я говорю, понимаешь, что я хочу идти в Питере, говорит, тут говорит, есть вообще все, говорит, что мы пробу пить, да, мы тоже с вами, мы даже там, про холодное, вообще, она там более такая. Потому что веганика, кстати, я как бы это, так иногда посматриваю, что товар, так смотришь, ага, что же мне привезли, то есть какие-то эти вот идеи-то. То есть безумно, потому что на выставку мы ездим, которая была в Москве. А как вы город определяете, вы там регистрируете, какие-то регистрируете, да, у меня сертификаты, плюс я всем письма пишу. То есть я очень занудная, меня некоторые даже не любят. Письма, то есть я прям пишу производителям, да, то есть тестируется, тестируется. Чтобы они...